Это же парадокс, да, что люди считают, что они знают, что им нужно, и при этом, даже достигая своих поставленных целей, не становятся счастливыми. Ну, то есть вот они говорят, я хочу машину, BMW семерку. Покупает BMW семерку в кредит. Есть, а счастья нет. Вот. Я хочу замуж. Все, получила мужа. Счастья нет. Что такое?